Сейчас мы зашли в прекрасную березовую рощу, которая находится возле санатория. Идем, наслаждаемся природой, красотой леса. Но чем дальше, тем страшнее. Прямо у дороги устроили мусорку. Вот вокруг такой красивейший вид. Такая необыкновенная роща. И вот такая мусорка. Куда, мы так поняли, вываливают все, кому не лень. Вывозят, наверное, на машинах. Вот такая красота. И никому нет дела. Вот тебе и заповедные места. Наслаждаемся красотой природы. И вот так почти везде. Сколько мы не идем, и везде этот мусор и отходы. Вроде бы есть лесничество. Ездят. Смотрят, контролируют, и такая под носом мусорка. Окна, вещи, банки, краски. Жуткое зрелище. Испоганили такую природу. Раньше, когда мы сюда приезжали, такого не было. Мы с удовольствием здесь гуляли, дышали чистым воздухом. А теперь тут только смрад и мухи. Кто кидает, непонятно.